Обязательно подписывайся на мой канал и ставь также колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, и мы продолжаем играть в игрушку «Растения против зомби». Ну что ж, давайте, собственно, продолжим. Ребят, вчера мы с вами прошли, наконец-то же, этот ужасный уровень, который вообще, я не знаю, для кого был придуман, как его разработчики так создали, что мы его ели с вами, ребяточки. Прошли. Так, ребят, и здесь уже, собственно, нам предлагают вместить то, собственно, что мы уже можем, то, что мы уже заработали, смотрите, сколько всего. Так, вот это берем, вот это обязательно. В принципе, мы бомбу можем не брать. В принципе, мы бомбу не можем не брать. Так что, я думаю, вот этим мы с вами и обойдемся. Вот этот зубастик у нас теперь будет вместо бомбы из-под земли, ребят. Вместо мины у нас будет вот этот зубастик. Так что, собственно, давайте насажаем, ребятки, сейчас с вами подсолнухов по периметру. А там будем смотреть. Thank you.